привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. С вами Валерий Хаус, и у нас первый выпуск рубрики Retro Games. Как вы поняли, здесь мы будем проходить игры старых приставок, таких как Dendy, Sega, Super Nintendo, Game Boy и так далее. Помимо этого, здесь я буду выкладывать еще эксклюзивные игры таких приставок, как PlayStation 1, PlayStation 2 и всем давно забытый Sega Dreamcast. Итак, в первом выпуске мы будем проходить игру Aladdin на Dendy. Немного о приставке. Dendy, сокращенно как NES, расшифровывается как Nintendo Entertainment System. Dendy — игровая приставка. В основу Dendy была положена японская конструкция аппаратной части и формат картриджа, несколько отличавшийся от американской версии. Dendy выпускалась в конце 1992 года компании Stipler и собиралась на Тайване. Своей доступной ценой приставка в свое время снискала большую популярность. Итак, игра Aladdin. Игра постановлена по одноименному мультфильму Aladdin, которому придется спасти возлюбленную принцессу и всю Агробу от злого и коварного мага Джафара, который так и хочет завоевать власть над человечеством. Ладно, начнем. Старт гейм. Так, вот мы в Агробе. Кидаем яблоко и прыжок — это все, что мы можем, в принципе. Так, стражник, иди гуляй. Собираем зеленые изумруды. Собрав 99 штук, ну, даже не 99, а где-то 100 штук, мы зарабатываем жизнь. В таких горшочках бывают яблоки. Либо всякие хпшки. Так, берем покрывало. Покрывало — это бонус. Потом покажу, что это за бонус. Вижу жизнь. Вот. Лучники. Ух ты. В детстве я помню... О, скоробей. Скоробеев. Ну что-то... Есть. Тоже какой-то бонус. Только я не знаю, что он значит до сих пор. Так, уровень пройден. В детстве я помню, в некоторых уровнях здесь парился. Вот и бонус, который дает нам покрывало. Это рулетка. В рулетке можно выиграть одну жизнь, две жизни. Звездочка — это кредиты. Сердечко — это хп. Змея — это банкрот. Вот. У нас выпало кредит. 13-4 кредита. Стражника нафиг. Еще один туда же. Так, курица. Возьмем курица — это хп.
Ах ты засранец, попал все-таки. На тебе пяткой в лоб. Давай еще раз стреляй. Жизнь. Все отлично. Как вы заметили, Аладдин — это платформер, где нужно бегать, прыгать. Игрушка довольно-таки красочная. Ах ты, как ты меня головой это задел. Вот. Единственная беда — это со звуковым оформлением. Почти отсутствует. Из-за этого игра может показаться немного скучной. И чё? Ты так и будешь ходить, что ли? И залезть мне не дашь, что ли? Ладно, обманем тебя. Музыки. Чуть не свалились. Было опасно. Кто-то повесил труселя. Блин, спешил. Ладно, взяли хпшку. Нормально. Еще один труселя. Кто-то дома трусов не досчитается. Так, съедим батон. Курица. Блин, так и растолстеть можно. А тут пусто. И вот наш первый босс. Босс — это продавец, который в мультфильме хотел отрубить принцессе Жасмин руку за кражу. Но тактика боя с ним проста. После вот таких вспышек агрессии он ударяет, и надо прыгать ему на голову. Раз 5, наверное, достаточно будет. 3. Один раз сапнул. Есть. После прохождения каждой стадии у нас появляется пароль. Этот пароль дает шанс нам не начинать игру заново, когда, если вдруг мы выключим. Кому надо, можете записать. Так, вот мы в пещере. Пришли за лампой с джином. Вот мы. Что-то звук какой-то был. Я думал, мы жизнь получили. А у нас всего 91 пока еще. Изумрудик. Так. Мышку снесли яблоком. Так, убиваем скорпиона. Так, скоробей. Мы сейчас его поймаем на той стороне. Так, там скорпион, перепрыгиваем, мышь.
мы спускаемся в золотое хранилище. Тут охраняют скелеты. Блин. Ах ты засранец. И какие-то живые ножи. По ходу жизни. Выиграли одну жизнь. Здорово. Так, эта стадия более спокойная такая. Нужно плыть на бревне. Можно пособирать алмазики, подсшибать мышей летучих. Сложного. Ну, главное не упасть в воду. Наш Аладдин плавать не умеет. Так, здесь пригнуться, наверное, на всякий случай. Так, висит веревка, дергаем за веревку, и дверь открывается. Такой момент, надо прыгнуть на самый край бревна. Вот так. Так, булыжники. Ай, не успел. А. Записываем пароль. Джин, Султан, Джафар и Абу. Макака Аладдина с красной какой. Так, в этой стадии самый главный момент — это чтобы экран не опередил Аладдина, иначе проиграешь. И не упасть в лаву, само собой. Кстати, в детстве я почему-то мучился с этим уровнем. Так, скала, похожая на большую акулу. Наверное, просто когда в детстве приходил, я спешил. Знаете, главное не спешить. Опа, вы видели это? Куда-то кусочек сосульки исчез. Оказывается, на Денде тоже бывают баги. Ну, это нам не помешало пройти участок уровня. Да, вот эта тишина немного напрягает. Так, скоробей. О! Не просчитал. Есть. Скоробей у нас в кармане. Ну, сейчас довольно-таки этот уровень не кажется таким сложным. В принципе. Знай, прыгай, не спеша. Так, опа. Допрыгнули. Отлично. Вот уровень пройден.
Все-таки не простыня дает такой бонус, а походу скоробей. Опа, две жизни, отлично. Нам уже некогда жизни собирать. Так, по максимуму 9 штук. Итак, вот мы удираем из пещеры на ковре-самолете. Здесь такой нюанс. Желательно прижаться к экрану, чтобы камни вас не доставали. И разработчики здесь как-то сделали неправильно. В мультфильме Аладдин вроде улетал из пещеры с обезьяной своей, а тут с принцессой. Откуда принцесса здесь взялась, непонятно. Да ладно. Башку разбили. Ладно, у нас жизни много, как говорится, можем себе позволить. Блин. А так все идеально начиналось. Ну ладно, уровень короткий. Можно сказать, уже все, почти прошли его. Вот она, все, финишная прямая. Можно ускориться. Записываем. Вдруг кто-то захочет поностальгировать и поиграет, купит себе дендик и начнет играть Аладдина. Все бывает. Так, в этом месте надо прыгать с самого края. Вот. Либо получится вот так вот. Так, я понимаю, это локация уровня. Мы находимся внутри лампы, что ли, или фиг знает, что это. Короче, это отсылка, когда Джин пел песню. У Джина такое лицо, как будто ему на голову встали. Тоже главное не спешить, и все получится. О, привет, синий. Показывай дорогу. Так, облачка. На этих облаках лучше долго не задерживаться, они имеют свойство исчезать. И главное не перепрыгнуть эти кольца. У меня бывало раньше тоже. Разгонишься как и перепрыгнешь. По новой. Ай-яй-яй, думал, не допрыгну. Прыгаем по шарам, по синим шарам. Кстати, вот этот уровень бесячий был, его тоже не мог пройти раньше нормально. У меня столько нервов потратил. Особенно вот эти колья, или как их назвать, выступы эти. Так, из корабей я никогда не мог здесь. Ай-яй-яй. Фу. Поймать. А на этот раз у нас получилось. Бегом, бегом. Ну что я и говорил, поспешишь.
людей насмешишь, как говорится. Промазали. Так. Отлично. Так, из 9 жизней мы потратили уже 3. Не есть хорошо. Скоробей, ладно, не будем. Фу. Разогнался. Да хватит пищать-то уже. А, блин. Да ну нафиг. Наверное, это самое запальное место в игре. Этот уровень. Ах, блин, рискованно было. И опять мы... Нет, попали, поймали. Здорово. Фу. Вот это да. Повезло, что горшок с крыльями там был. Так. Здесь главное не спешить. Все, уровень пройден. Отлично. Снова рулетка. Опа, 2 жизни. Отлично. Продолжение мучительного уровня. Здесь тоже сильно не задерживаемся. Они падают, как вы видите. Так, вот эти пружины, они сильно не отталкивают, так что сильно на них не надеяться. Песком. Какие-то летучие мыши такие странные, какие-то необычные. А, сволочь, а. Столкнула все-таки. Что такое? Так, хватит погибать. Так, скушаем батон. Преследует какая-то птица или летучая мышь это. Так, скоробей. Вот как его взять? Никак. Ну ладно, бог с ним. Обойдемся.
Эй. Так, иди, главное, не спешить. Отлично. Много горшков. Сверла какие-то или что-то. Змеиные головы. Все, что нужно. А, курица улетела. Видать, не дожарили. Так. Кинжалы. Нос. Такое довольно хардкорное место было. Блин. Так, пройдено. Отлично. Записываем пароль. Ну и вот небольшой бонус уровень такой. Это отсылка к моменту из мультфильма, когда Аладдин протягивает принцессе руку и говорит: ты мне доверяешь, и они улетают. Там песня, по-моему, какая-то. Улетают на ковре самолете, рассекают небеса. Такой довольно-таки романтичный момент в мультфильме. Нам тут предстоит летать, собирать, тупо собирать зеленые изумрудики. Ну что, когда ты кончишься-то? Все. И теперь все. Так. Вот мы во дворце Джафара. Здесь летает Яга. Ручная птица Джафара. Попугай. Такой уже в мультфильме смешной персонаж. Так. Ах ты. Чучело. Блин, у нас хпшки-то вообще нет. Курятина, что ли? Ай-яй. О, батон. Отлично. Хотя бы две. Это радует. Так, дергаем за кольцо. Курица. Отлично. Оп. Курица нам восполнила полностью хп. Отлично. Ёперный театр, а? Да сраный череп-то. Чё-то разбежался, блин. В голову яблоком, чтобы нефиг. Твою мать.
как ты это сделал? Две хпшки. Косячу, косячу, блин. Ну, как бы положено это делать, это, можно сказать, финальный почти уровень. По идее, он и должен быть сложным. Фу. Чуть не шмекнулся. Отлично. Ну вот нас теперь ждет финальная битва с Джафаром. Ну что, привет, Джафар. Сейчас мы будем подписывать тебе люлей. Джафару, по-моему, как я помню, раз 7 надо на голову прыгнуть, чтобы он успокоился. Пускай свои горшки, ночные горшки. Мой косяк. Пройдем Джафара, не потеряя... Ах ты... горшок. Не потеряя жизни. ХПшки всего 4 штуки осталось. Ладно. Думаю, справимся. Сколько уже раз-то попали? 4. Уже сбился со счета. Раз 4, 5, наверное. Давай-ка еще раз повторим. Блин. Так. Кто кого? Две хпшки осталось. Да что ты? Давай, один на один. Я надеюсь, тебе тоже один раз остался. Теперь главное не затупить. А нет. Сейчас последний. Так. Есть. Финальный босс побежден. Заточили его в лампу. Вот и все. Игра пройдена. Всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Группу ВКонтакте. Не забываем комментировать. А я с вами обращаюсь. До новых встреч. С
Всем удачных прохождений. Пока.